друзья, настал самый волнительный и долгожданный момент. Совсем скоро мы узнаем, кто же стал самой сладкой женщиной 2019 года. Вот они, прекрасные участницы, которые сегодня вам отдали частичку себя. Подарили всем нам и себе настоящий праздник красоты. Подарили кучу улыбок и положительного настроения. Мы поздравляем всех девушек и вручаем цветы от наших хороших друзей, от студии дизайна цветов, студии Флориды. Бутик парфюма «Спа Парфюм» дарит всем участницам неповторимые ароматы. Всем-всем участницам. Все участницы получают сертификаты от магазина женской одежды «Филео». Получают подарки от бутика натуральной косметики «Душечка» и магазина товаров здорового питания «Бьюти Кафе». Приятные подарки от компании «Эйвон», «Солярий Сан Рум» и салона красоты «Линда». Также всем участницам вручаются подарки от супермаркета «Апмаркет». И все участницы получают сертификат от автосалона «Мотор». И это еще не все. Все участницы получают сертификат от соляной пещеры «Иммунити». Вот столько замечательных подарков для наших красавиц. Чтобы они всегда были такими же красивыми, обворожительными, очаровательными. На сцену жюри и передать им слово для объявления победительниц в номинациях. Приглашаем наше компетентное жюри. Здравствуйте. Вот и закончился уже четвертый конкурс «Сладкая женщина». Он уже проходит четвертый раз. И с каждым разом этот конкурс все более яркий, более насыщенный. В этом конкурсе очень понравилось в этот раз, что это было поистине очень даже смешное выступление, потому что мы очень хорошо себя чувствовали, смеялись, нас накормили. И, ну, просто эмоции зашкаливают, скажем так. Победитель вообще очень неожиданно у нас выбран. Потому что все девушки были очень достойны, и было очень сложно распределить, у кого и что. Ну, старались как могли. Наверное, начнем тогда? Да, с номинации мы начнем, с вашего позволения. Ну, тогда и начнем. В номинации «Мисс Творчество» у нас побеждает Светлана Муза. Очень аппаратом приглашается руководитель магазина женской одежды Ирена Елена Малко. Выйдите, вручайте.
Диплом номинации «Мисс Артистичность» вручается Юлии Сабуровой. Для вручения подарков приглашается руководитель модного магазина «Гардероб» Ирина Автомонова. Юлечка, мы тебя поздравляем, всех девочек поздравляем с этим прекрасным конкурсом красоты. Оставайтесь всегда такими же красивыми, жизнерадостными. А Юлия Сабурова, это мой приз, который я выбрала ее, потому что она была самая непредсказуемая, самая харизматичная. Юлечка, оставайся всегда такой же красивой, веселой и позитивной. Все члены жюри заметили, что самая красивая улыбка была у Ирины Осокиной. Приглашается представитель автосалона «Мотор» Елена Безденежных и руководитель отдела продаж Игорь Мезенцев. Добрый вечер. Все важные фразы должны быть тихими. Я благодарю Ирину вообще за прекрасное прочтение стихотворения о Мельниковой. Я практически каждый день слышу его по любимому радио. И вот получила истинное наслаждение сегодня услышать его в вашем исполнении. Я даже предложила бы организаторам повторить еще раз на бис. Автосалон «Мотор» вообще благодарит всех участниц за тот великолепный праздник, что вы подарили. Я думаю, что любой в этом зале согласится со мной, что в отличие от конкурсов красоты, где на сцену выходят молодые, стройные девушки, вот ваше выступление, оно просто вне конкурса, потому что действительно, когда соединяются мозги в возрасте уже, в очень интересном, и когда жизнь открывается новыми, яркими, интересными красками, вы знаете гораздо лучше и больше, наверное, секрета смысла жизни. И сегодня вот это шоу получилось очень откровенным, получилось очень семейным, очень теплым и неожиданным. И мы вам желаем, чтобы вот то состояние души, которое вы сегодня показали всем нам, что вам на самом деле очень хорошо самим с собой. Я желаю, чтобы вы не теряли его никогда, были с ним каждый день. Ну и если когда-нибудь за настроением вам захочется приехать к нам в автосалон «Мотор», сфотографироваться или просто выпить чашку кофе, то мы вас всегда ждем. Спасибо огромное. Наверное, всех до слез тронула песня Юлии Боевой. Поэтому диплом «Мисс Нежность» мы вручаем ей. Ну, а для вручения подарка приглашается старший менеджер салона «Штор Акцент» Алена Суворова. Добрый вечер. Я думаю, что все будут со мной согласны. Девчонки сегодня просто зажгли. Огромное удовольствие, смотря на вас. Вы все умницы, красавицы. Ну, просто вот слов не хватает описать настроение, которое вот мы, лично я получила. И согласна с жюри, что вот сидела, плакала, когда Юля исполняла песню. У меня тоже два сына и дочка. Вот. И хотим от салона «Штор Акцент» подарить Юле подарок. Всех вас ждем к нам, всех девушек, все зрительниц. Находимся в торговый центр «Кристалл», Невская, проспект Мира, извините, 25В, салон «Штор Акцент».
предпоследняя номинация «Мисс Харизма» мы вручаем Ольге Таракановой. Для вручения подарка приглашается директор горнолыжного комплекса «Петровский» Екатерина Тулупова. Я приветствую всех участниц и гостей данного мероприятия. Сказать, что я удивлена? Да, я действительно удивлена. Первый раз в этом году я не ложила билетик для голосования. Я считаю, это мероприятие у нас прошло на класс выше. И когда в 2012 году я была в составе организаторов данного мероприятия, я даже не думала, что сладкие женщины нас будут радовать ежегодно. И поэтому давайте мы еще раз им поаплодируем. Возраст – это новые возможности, и мне кажется, даже не каждый из нас сможет выйти на сцену и просто продемонстрировать свои таланты на такую большую аудиторию. Ну и так как уже мероприятие прошло, у нас время дарить подарки. И я, как представитель горнолыжного комплекса «Петровский», хотела бы вручить этот подарочный сертификат абсолютно на любые виды услуг нашим конкурсантам. В этом году есть новая номинация «Мисс Блогер». Только вот я, конечно, не понимаю, почему мне ее сказали объявить. У нас есть люди, которые этим непосредственно занимаются. Вот. Ну, так как не откроешь интернет, всегда у нас посты Евгения Конева. Поэтому единодушно, единогласно все сказали в этот диплом вручить Евгении Коневой. Получает подарок от интернет-проекта «Интересный компас» ВКонтакте в лице Натальи Невзоровой. Ну, я, конечно же, теперь могу передать слово жюри для объявления победительницы в номинации «Приз зрительских симпатий». Итак, уважаемый жюри. Добрый вечер всем. Диплом. Номинация «Приз зрительских симпатий» городского конкурса красоты и талантов «Сладкая женщина» вручается Юлии Цабуровой. Победительница получает корзину с натуральной корейской и израильской косметикой от магазина «Море Спа». Ну и у нас остался самый волнительный момент. Пожалуйста, объявляйте победительницу. Диплом победительницы городского конкурса «Сладкая женщина 2019» Ирина Асланова. Победительница конкурса «Сладкая женщина 2019» получает сертификат от пикового салона «Саванна». Партнер ресторан Happy Angel приготовил для вас, уважаемые участницы, сюрприз. Так что в любой выбранный вами день можете посетить ресторан Happy Angel и отпраздновать там это знаменательное событие. Спасибо. Мы поздравляем участниц с победой. Сегодня мы подарили настоящий праздник. Мы наслаждались.
Спасибо вам огромное. До новых встреч. Целуйте, обнимайте победительниц.